Тоштер – тиде калыкын поянлыкшым, тудым юзы вер манашат шотландолеш. Калыкын чумыр илыш корныжым, ыштыш кучышым, юла ойыртемжым, да йол ӱмбаке шогалмыж жапшым лач Тоштер арала. Тыште археологи да историй, этнографий да посна самыктыш дене кылдалтше материалымат муаш лиеш. Куанен каласыман, кызыт республикысе школ пеленат тоштер-влак кыртмен пашам ыштат. Лачак нуно тӱрлӧ ийготан йоча-влакым ятыр факт да оҥай материал дене палдарат. Ребята очень заинтересованы, когда вот читаем письма наших выпускников, которые не пришли с фронта. Рассказ об учителях, показ фотографий, какими они были. Потому что ребята, у нас есть ученические удостоверения. Ребята до войны участвовали во многих спортивных соревнованиях, в смотрах ГТО. И ребятам, когда мы об этом рассказываем, они понимают, что для того, чтобы стать защитником Отечества, очень важно хорошо учиться. Малышам очень нравятся вот эти духи «Красная Москва», которые мы показываем ребятам, даем их понюхать, потому что это духи, которые нам подарила ветеран Великой Отечественной войны, наша работница Вера Гордеевна Кочетова. И поэтому, конечно, разными способами ребятам показываем. Ребятам нравятся экспонаты, например, тот же баян. Вот с удовольствием они его растягивают, смотрят. Шӱдӧ гана колмешке ик гана ужаш. Тиде калык мут рӱдоласе латикымше лицейын тоштержылан лач лиеш. Музейын кок залыштыже чумырымо поян историй да кажне экспонатше шӧртньӧ дене икте улыт. Витлюкоки жапыште тоштер утӱсым налын, материалжат пойдаралтын. Арам огыл, таче тудо республикысе школ тоштер-влак коклаште эн сайлан шотлалтеш. Тудын вуйлатышыже Российысе калык просвещенийын отличникше Люция Кавиева тоштерым у кӱкштыш нӧлталын манашат лиеш. Пытартыш кугу сеҥымашышт эн сай тоштер але тоштерысе экспозиций конкурсышто ойыртемалтмаш. Тудо элым аралыше-влакын лӱмыштым курымеш мондалтдымым ыштыме амал дене эртаралтеш. Конкурс «Герои Отечества лӱман» Юл-Кундем федерал округысе мер проект Кашкарыште эртен. Мы ведь проводим не только обзорные и тематические экскурсии, это квесты на уроках ОБЖ, ИЗО, ИКН, истории. И действительно, мы видим, что ребята мало еще знают о войне. К сожалению, это поколение. И поэтому мы стараемся средствами нашей музейной педагогики показать ребятам, рассказать, дать попробовать, потрогать. И в этом году, в год 75-летия Победы, конечно, очень многие наши родители, очень многие наши ребята участвовали во многих конкурсах, видео снимали и так далее. То есть это был толчок такой к работе. На сегодняшний день в нашем городе уже немало музеев. Есть этнографические, краеведческие, исторические. И сегодня они достаточно конкурентоспособны. Поэтому, конечно, побеждать очень и очень, я считаю, сложно. Конкурсышко чылаже республикысе латинде школын тоштерже ушнен Волск да Йошкар-Ола, Курыкмарий, Уториял, Морко да моло музей-влак эн сай верч таҥасеныт. Конкурс визымше гана лийын, иктышт таҥасымашке икымше гана виштым тергеныт гын, весышт кажне ийын манме гаяк ушнат. Тыге тений сеҥыше-влак радамыш Морко поселкысо кудымшо номеран да Морко районысо Кокласола школын тоштерже-влак лектыныт. Икымше вер дене латикымше лицейын тоштерже палемдалтын. Цель данного конкурса – это развитие патриотизма и духовно-нравственного воспитания молодежи средствами музейной педагогики. И в задачи входит то, что мы развиваем музеи в школах, в образовательных других организациях, прививаем любовь к историческим каким-то предметам, к экспонатам именно военного периода Великой Отечественной войны. И чтобы дети знали героев своей местности, которые внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Каждый год представляются материалы новые. И тем более в этот год во знаменование 75-й годовщины Великой Победы много было представлено новых экспозиций, много проделанные работы именно с ребятами, школьниками, поисковой работы, исследовательской работы в музеях. Регион кӱкшытыштӧ ойыртемалтше тоштер ончыкыжым республикын чапшым конкурсын округысо тапырыштыже аралаш тӱҥалеш. Тудо шыжым лиеш. Ӱшаныме шуэш, лицейын тоштерже туштат ойыртемалтеш да сай паша лектышым ончыкта.